это вторая часть фильма «Приключения Матвея и Костяна». Пошли, пошли погуляем. Пошли. Сейчас я быстро возьму. Окей. Пошли. Как же классно гулять сегодня, да? Может быть, еще сегодня к тебе пойдем. Ой, осколки. О, голова! Юг! Блин, как... Ой, блин. Что? Смотри, ты жив? Да. Это Дима, это что? Так он. Блин. Второе приключение. Я так понял тоже. Кстати, это же моя квартира. Ключи с собой? Нет. Как ты думаешь позвонить? Позвони. У тебя дома есть кто-то? Не знаю. Может быть. Пусто. Пойдемте. Значит, пошли. Бежим. Давай спускаемся. Что ж. Дверь закрыта? Да. Пойдем. Попробуй, подвал открыт. Смотри, широко его не открываю, вдруг он. Давай, может, ты спустишься? Это что за звуки? Это, наверное, подвал сейчас. Уже как-то уже не по себе становится. Ой, это же твоя бутылка. Да. Что? Она с нами телепортировала. Интересно. А тут что? А тут я это знаю. Вот мы знать, а у нас будет какой-нибудь третий друг. Кто я с нами не знаю. Телепортироваться? Не знаю, может быть. А что интересно в этих звонках? Как ты думаешь? Вот именно. Не знаю. Спускаемся. Стой, я знаю. Тут этот... Дверь работает от электричества. Без электричества она не откроется. Получается, нужно где-то включить электричество. Давай попробуем где-нибудь найти это. Угу. Так, может, надо будет... Давай я поднимусь наверх, угу. А ты будешь вот здесь искать. Где-то примерно со второго до первого этажа. А я наверху буду искать. Хорошо, я пошла во второй. Ну что, ты иди наверх, а я здесь буду с первого на второй этаж. Хорошо. Что? Если что, не поднимайся ко мне. Окей. Давайте искать. Что-то нашел? Стоп, спускайся сюда. Что такое? Все нормально? Нет, только он дергал. Ясно, так мы взять его можем? Ожогов нету. Ну, сейчас дверь должна открыться. Давай, попробуем. Открылась! Серьезно? Ай, мою голову! Ай! Ай! Ёк-макарёк! Ответ ты уже очнулся? Угу. Что-то опять с нами происходит. Запомнил? Когда же это закончится? Я не знаю. 2 дня подряд? Да. Пипец. Вы должны узнать один код от подъезда. Эмиля. Эмиль, сказали. Ну да. Код от него не узнали. Да. Может, нужно смотреть на табличку, где есть цифры?
12, так. 12, 8. Так. 3, может быть, попробуем. 3, 1, 1, 3. 1, вот, 3. 1-3. Ну. А, окей, давай, записывай. Так, тире, это можно сказать. Так. А, нет, у вас ровно 1 минута. Что? А не то вы терапортнетесь. Куда? Я даже сам не знаю. Ладно, давай. Очень ждать. Опасное место. Опаснее этого ничего не. О, шары. Ладно, давай. Короче, 1-3, так, нет. Тут еще должны какие-то цифры. 1-3, может, вот это вот 1-3. 1-3, там тире, ну где ты тут видишь тире? Вот это можно тире. Ну да. Или вот, а, это стереть, вот это тире может быть. Да. Так, пойдем дальше цифры. Угу, пошли. Смотри, дошик. Тут вообще. О, смотри, здесь тоже пароль. Ну ты знаешь какой? Нет. Я так, тоже. Два. Через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ай, боже мой. Чё? Чё это за хер? Ну, может, ты цифру узнали. Окей. Пошли. Ну, знали, что 1, 2, 3. Слышишь? Вертолет. А, это вертолет, все нормально. Скорый. А где он? Я его. Надо вообще не сказать. У вас 3 минуты. Да ёк, вертолет. 4. Пошли. Мне кажется, 1 цифра или какая-нибудь буква или что-то осталось нам. Ну да. Смотри, подвал, он открытый. Да. Ну да, мы туда не поместимся. Вижу цифру 4. Где ты какие-то цифры видишь? Тире 4. Тире 4, пошли. Быстрее. Нам надо узнать. Тире 4. Первая. Ага. Вот. Все. Тире 4, 1, 2, 3. Ё-моё. И что тут за уровень? Вы молодцы. Вы прошли уровень. Там что-то. Что с моей камерой? Почему она такая чёрная? Алло. Что-то тут надо. Говорили еще, что тут надо второе задание какое-то сделать. Блин, у меня башка болит. Голова болит, но тут говорили, что какое-то второе задание нужно сделать. Давай посмотрим. Так еще темно, кстати, у меня уж камера не видно почти. Показывай. Ну, ладно, тут. Ух ты, еще темно. Как темно тут. Да. Согласен. Что? Что-то. Какой-то ешь. Башка сильнее, сильнее болит. А может надо узнать, что там? Что там? Там камера. Не, не надо, погоди. Давай. Там какие-то вон там сбоку, камера, наверное, не увидит. Там что-то есть такое. Ясно. У меня все башка сильнее болит. Что делать? Нет, там есть какое-то табло. 8. Так, нажмите кнопку. Ищем кнопку. Нажми. Какую-то кнопку. Кнопку. Он может быть. Тут вообще ничего нифига не видно. Я вообще темно. И что? И? О, опять свет. А, я уже думаю. Ай, больно. Ай, Матвей. Чё, давай очнись. Я очнулся. Яблонька. Пожрать можно. Давай пожрем. Все, мы поели, я даже объелся. Что-то там наверху есть. Что? О, да, там что-то наверху. Вы должны это сейчас достать. Если вы не достанете, вы улетите.
Улететь? Мы даже летать не умеем. Ладно. Кстати, ты помнишь, эта хрень где-то говорила? Дерево, по-моему. Это, наверное, дерево говорит, кстати. Кстати, а что там доставать? Синюю вот эту хрень, наверное. Да, правильно, синюю херню. Давай, ты же умеешь лазать над деревом, а я очень плохо. Давай. Ура! Наконец-то! Давай. А где? Давай, она туда упала. Фу-фу-фу. Отстаньте. Ура! Да, сука. Давай. Ай! Ай! Ай, больно! Ай, блин! Ну что это такое? Матвей. Да. Ты очнулся? Да. А что я так? Не знаю. А почему на я на тебе? А не ты. Не знаю. Вы должны пройти последний уровень без подсказок. Чё? Вы должны найти секретный код. Какой код? Какой код? Капец. Не знаю. Рядом с вами есть две парадные. Посмотрите. Стоп. Смотри, вот. И вон там еще, кстати, вон там. Да, вон. Не знаю, какой это код здесь наш. Он же сказал без подсказок. Наверное, за то, что я его полил. На еще. Скажи нам подсказку кода. Не знаю, я не думаю. Что ты делаешь? Поливаю его. Ну ладно. Я пошел, пока узнаю там код. Так, не знаю, давай посмотрим. 5. Давай. 4. Стой, нет. Я вижу, тут какие-то выскребленные на краске. 5, 4. На камере ты, к сожалению, не увидишь. Наверное. Так, 5, 4. Что это за 5, 4? Я не знаю. Нет, это 4, 5, 5, 4. Какая-то цифра. И стрелка туда и звоночек. И звоночек какой-то. Туда. Не знаю. Туда? Тогда туда. Там трещина в виде девятки. Вон. Да. Перевернутой. Да, я вижу. Пошли. Может быть, надо от этого кода. Может быть. Давай. По-моему, давай попроверим. 4. Давай. 4. 5, 5, 4, 9. Звоночек. Да! Как темно тут тоже. Да, скажи. Не вижу ничего. Так. Велосипеды. Их видно? Я их только чувствую. И да, я сука. Ё-моё, башка болит опять. Ладно, всё. Мой! Блин, всё, я очень... Всё. Я... Ай, блин. Ой, блин. Матвей, очнись. Мы обратно вернулись. Ура. Вы молодцы, прошли все уровни. Завтра к вам добавится еще один участник. Какой участник? По названием Игорь. Под именем, наверное, они хотели сказать. Название Игорь. Игорь. Кто такой Игорь? Я тоже не знаю. Ладно, пока. Всем ладно. Пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, так, всем хорошего настроения, всем пока.